Так, ребята, в общем, приехали мы на дачу. Тут чище всего, мусора толком нету. То есть собирать улиток будем здесь. В общем, смотрите. Вот они, красавицы. Вот этих улиток мы сегодня мы будем готовить. Вот так вот. В общем, берем пакет. Ну, у меня вот такой струнный. И собираем. Насобираю, дальше покажу. Как и обещал, снимаю второе видео, как можно заготовить на зиму улиток. Смотрите, как в первом случае, их так же само нужно почистить. Ну, почистить желудок им. В общем, взял я кастрюльку, насыпал туда улиток. В общем, мыть не стал, так как это будет полуфабрикат. Ну, смысл. Мыть мы их будем еще не один раз. В общем, дальше проделываем все то же самое. Их нужно накормить мукой или какой-либо кашей, крупой, для того, чтобы у них почистился желудок. И дальше уже можно будет готовить. Так, я кормлю их мукой. То есть то же самое, ставим тазик, насыпаем в тазик муку. Вот так вот. Они будут лазить, сами достанут. Они тазик еще три раза перевернут, поэтому особо не заморачивайтесь. Можно еще сделать вот так. Все. Теперь эту емкость надо накрыть. Ну, у меня марля. Я марлей накрою. И на 3 дня поставим на балкон. Каждый день подсыпать им муку. Муку они съедают быстро. Фух, когда, в принципе, они будут готовы к приготовлению, я вам дальше покажу. И как это определить. Ладно. Накрываю марлей, убираю на балкон. Простояли улитки наши ночь. И смотрите, что они с марлей сделали. В общем, марлей накрывать не вариант. Видите? Вот так вот. Попроедали ее всю, попразрывали, вон повылазили. В общем, сейчас буду убирать марлю. Потом включусь, покажу. Так, ребята, в общем, струсил я их с марли. Смотрите, марля хана. То есть марлей накрывать совсем не вариант. Это уже мусор. И вот что у нас здесь внутри. Так же само, как и в первом варианте. Подъели почти все. То есть их надо досыпать муки. Сыпем прямо на них. Ничего страшного. Пусть кушают, пусть чистятся. Вот так вот. И надо будет накрыть. У меня вот есть вот такая вот решетка от ящика. Ну, сейчас примастырю. Вечером включусь, вам покажу. Ладно, идем дальше. Так, ребята, в общем, как и обещал, вечером, смотрите, примастырил ящик. Ну, тут скотчиком заклеил, чтоб не вылазили. В общем, сейчас покажу вам, что там внутри творится. Видите, муку съели. Ну, надо сейчас опять им насыпать. То есть, чтобы эту всю штуку не снимать, чем хорош ящик, тем, что можно... Вот так вот. Прямо вот так вот и насыпем. Все. В принципе. Видно вам. Вот так вот. Он лезет нахавать уже. Ладно. Дальше будет видно.
Смотрите, прошло 4 дня. Как понять, готовы ли улитки? У них вот такого цвета. Вот так вот. Должны быть отходы жизнедеятельности. То есть, когда такое появляется, улиток можно уже готовить. Сейчас я их всех помою. И дальше покажу, что будем делать. Прошло 4 дня. У нас солнышко присветило. Улитки вошли в анабиоз. Сейчас. Открываем их. И смотрите. Вот так вот. Сейчас мы включим свет. Во. В общем, они вот так закрываются. Но, видите, беленькая. Уже все, улиток можно готовить. Ну, в нашем случае мы подготавливаем их на полуфабрикаты. В общем, сейчас я все это дело помою и покажу вам дальше, что мы делаем. Так, ребята, в общем, смотрите, залили мы их водичкой чистой. Полежали они у нас минут 5. Так, чисто что подмокли, уже слезла с них вся грязь. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно избавиться, видно вам, не знаю, вот от этой, не знаю, не видно, от слизи. То есть, каким образом мы от нее избавляемся? Сейчас мы их перелаживаем все в кастрюльку. Сливаем воду, перелаживаем всех сюда. Так, сейчас я переложу и включусь. Так, в общем, переложил. Каким образом мы избавляемся от слизи, ребят? Все так же самое, как и в первом варианте. Засыпаем их обычной солью. Соли не жалеем. И заливаем уксусом. Вот так вот. Оставляем минут на 10-15. Все это дело можно мешать. Вернее, нужно помешать. Они сейчас начнут выделять слизь. В общем, на 10 минут оставляем. Вот, смотрите, видите, вот уже начали выделять. Ладно, через 10 минут включусь. Ну вот наши улитки пустили вот эту слизь. Что нам надо? Нам опять их надо помыть. То есть дальше, в принципе, действуем по первой схеме. Моем улиток, заливаем холодной водой, солим и варим. Сейчас я улиток помою, включусь, покажу. Улиток мы помыли под обычной проточной водой. Налил воду в кастрюлю. Вот они здесь. Не забывайте посолить. Обязательно надо перед тем варить в соленой воде. Вот так вот. На такую кастрюлю можно ложки 3. Солим. Вот так. И включаем газ. Так, газ у нас горит. В общем, накрываем крышкой. Ждем, пока вода закипит. Когда вода закипит, провариваем минут 5, ну 10 максимум. Ладно, дальше, в принципе, включусь, покажу. Проварились улитки минут 15. Смотрите, не забывайте снимать вот этот шум. Вот это как раз и есть
та слизь, которую мы не вымыли. Вот так вот. Ну, в принципе, это так показал. В общем, улиток я выключаю. Воду сливаем. Промываем улиток водой проточной. Сортируем по пакетам и ложим в морозильник. Ну, в смысле, в морозилку. Так, в общем, улиток я помыл. Посортировал вот так вот по пакетам. Оп, видно, ну, пакеты запотевшие, в общем, вот они. Все это дело теперь ложим в холодильник, морозилку. И при... Ну, сортируем, конечно, по порционно. Все. В общем, закрываем и в морозилку. Ну что, ребята, в общем, надеюсь, мое видео вам пригодится. Улитки, в общем, за улиток не переживайте. Они уже готовые. Ну, доказать я вам могу легко. Мы достаем. Видим. Улиточки уже готовы. Мы их теперь достаем с морозилки. Можно в суп, можно в плов. Можно протушить. Дальше решать вам. В общем, извиняюсь. Вот так вот. На этом, пожалуй, все. Если понравилось, ставим лайки. Не понравилось, дизлайки. Ну, подписываемся на мой канал. Дальше будет. У нас еще впереди ящерицы, черепахи ждут. Там дальше будет видно. Что поймаем, то и приготовим. Ладно, ребята. Всем удачи, всем пока. До встречи в следующем видео.